Доброе утро! Сегодня у нас 3 февраля. Мне чего-то захотелось обрядиться в серые тона. Я сначала подобрала штанишки, потом примерила несколько пиджачков, остановилась вот на этом. А с обувью проблема. У меня нет серой обуви. Вот в прошлом году мы с вами уже вот эти башмачки смотрели, покупали, и они есть. Но их как будто бы нет из-за этой вот окантовочки желтенькой. И я сегодня решила, что у меня есть кардиган белый, переходящий в желтый. Я его надену вместо вот пиджачка, и будет нам счастье, и будет полное сочетание. Оказалось, что трикотаж капризный, и он помялся у меня в той тесноте, в которой находится. Его надо сначала разутюжить, потом обрядиться. Поэтому буду вот на днях гладить белье. Я все же привезла из круиза, все перестирала. Вот сейчас разутюжу его и кардиганчик этот разутюжу. И еще разочек одену эти башмачки, хотя бы пару раз за год успевать надевать. Иначе же, что ж, они у меня просто так для модельки стоят. Что касается нашей ювелирки, я сегодня нацепила вот такой вот замочек. Такая вся буду под замком. Я сегодня под замком. Но зато я надела наконец-то сережечки. Вот это вот мои любимые, давние, когда-то мы их с Кавказа привезли. И это не кубачинское серебро, но вот эти вот растительные мотивы мне были очень приятны в молодости. Я их купила давным-давно, и это из того немногого, что я из России привезла. Я их сразу в первый раз привезла, а потом-то уже довозила мешочек со своими драгоценностями. Так, из украшений у нас вот натуральные камни в сочетании со стекляшками, как всегда. А на эту руку я захотела мелкое надеть колечко. И под него подбирала. Второе ничего не легло. Вот так вот скромно у нас выглядит сегодня правая рука. Зато браслетик мы в цвет подобрали. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.